В Магнитогорской администрации озвучили прогноз социально-экономического развития города Магнитогорска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. При этом было представлено два вида прогноза – базовый, наиболее вероятный сценарий развития российской экономики, и консервативный, предполагающий затяжное восстановление мировой экономики. Заместитель главы города Александра Макарова в своем докладе подробно рассказала об уровне отгруженных товаров собственного производства, реализации социальных проектов и объектов, а также о занятости экономически активного населения и демографическом положении в городе. Так, по итогам 2021 года численность населения Магнитогорска составляла 412,6 тысяч человек, а в 2022 году она составляет 411 100 человек. Внес свои коррективы ковид. Сальдо естественного, так скажем, прироста населения было отрицательным, к сожалению. Пандемия уносила человеческие жизни, и на этих, так скажем, фон наши молодые женщины, мамочки, они опасались, так скажем, рожать. Но при этом город Магнитогорск находится в общероссийском тренде. Вся, в принципе, Россия находится вот именно в таких показателях. Однако специалисты уверены, в ближайшую трехлетку цифры останутся неизменными. Причина – положительная сальдо миграционного прироста. На протяжении этих лет у нас все-таки положительная. К нам приезжает больше, чем от нас уезжает. К тому же, по опросам специалистов, показатель желания уехать из города среди магнитогорцев самый низкий. Наши земляки не стремятся покинуть родной Магнитогорск.